Впервые за 30 лет жители села Жанаузен Жарминского района начали обеспечивать жильем. Ранее в этом селе не строили дома для тех, кто стоит в очереди на получение квартир. Недавно завершилось строительство первых домов, состоящих из двух квартир, и местные жители торжественно отметили новоселье. Сегодня в селе Жанаузен Жарминского района проживают около 1500 человек или 400 семей. В настоящее время в очереди на получение жилья стоит 16 семей, и их становится все больше. Поэтому в селе начали строить новые просторные дома, каждый из которых разделен на две квартиры. В текущем году в Жанаузене было построено два таких дома, и первые четыре семьи уже заселились в новые квартиры. В честь этого события в селе устроили небольшой праздник. Аким Акжальского сельского округа подчеркнул, что дома построены рядом с местной школой, что особенно удобно для многодетных семей. С момента обретения независимости у нас не выдавалось жилье, то есть 30 лет. Сейчас наше село имеет большой экономический потенциал. Мы планируем обеспечивать граждан жильем и в дальнейшем. Работы в этом направлении ведутся. После завершения основной части мероприятия местные жители высадили около своих домов саженцы деревьев. Таким образом, они внесли свой вклад в озеленение родного села и поддержали акцию «Таза Казахстан». В целом было высажено 20 деревьев. Счастливые обладатели новых домов остались довольны своим жильем. Говорят, что для них это было долгожданным событием. Они особенно рады тому, что в квартирах уже имеется все необходимое. Подключено электричество, имеется водоснабжение, водонагреватели, печи долгого горения и другое. Я многодетная мать, воспитываю шестерых детей, обладательница Кумыс Алка. У меня есть особенный ребенок. Два года я стояла в очереди на жилье, и сегодня мне вручили ключи от квартиры. Хочу сказать спасибо акимату, правительству. Мне все понравилось. Квартира просторная, в ней уже все есть. Вода горячая и холодная. Большой огород, где я буду что-нибудь высаживать. Большое спасибо. 15 лет я стояла в очереди на жилье. Сегодня получила долгожданную квартиру. Мои дети и мы сами очень этому рады. Огромное всем спасибо. Отмечается, что акимат сельского округа уже готовит бюджетную заявку на то, чтобы в следующем году продолжить строительство арендных домов и обеспечивать жильем граждан, стоящих в очереди. Напомним, что несколько дней назад в селе Халбатау тоже прошла торжественная церемония вручения ключей местным жителям. Новое жилье получили 10 семей. Ботагөз Дандыбаева, Ильжан Махзумов, телеканал «Семей».